Привет всем! Сегодня наше видео называется «Звучим как Americans» или «Стараемся звучать как они». Друзья, сегодня мы с вами рассмотрим два звука. Это глухой и звонкий «the», «the». Эти оба звука называются межзубными, потому что для того, чтобы произнести каждый из этих звуков, мы должны вытащить язычок, кончик язычка, прикусить его немножко передними зубами и, убирая ваш язычок, произнести «the» или «the». Давайте попробуем. Итак, потренируем звонкий «the». Повторяйте, пожалуйста, за мной, друзья. «The», «the», «the». А теперь потренируем глухой. Ша, ша, ша. Молодцы. А сейчас давайте посмотрим слова, которые я приготовила для того, чтобы мы потренировали, как же этот звук работает в словах. Итак, this. Повторяйте за мной. This. They. They. Mother. Mother. Weather. Weather. Молодцы, друзья. Итак, звук the. Окей? Давайте посмотрим, как же этот же самый звук, только в глухом варианте, в других словах рассматривается. Посмотрите, пожалуйста. The. The. Thing. Точно так же убираем язычок, но произносим the. Thing. Повторяйте за мной, пожалуйста. Think. Think. Both. Both. Друзья, самым главным моментом сегодняшнего видео являются два слова, точнее, артикль и словосочетание, которые мы каждый день с вами используем в каждом своем предложении, когда говорим как Americans, окей? Итак, первый – это артикль the. The. Если вы сейчас нажмете на Google Translator и введете этот артикль, вы услышите, что он звучит именно так. The. Окей? Давайте вместе потренируемся. Итак, посмотрите, пожалуйста, мы все знаем этот артикль. The. Язычок между зубками и произносим вот эту букву. The. Если сейчас на Google Translator вы введете этот артикль, то вы услышите, что он звучит именно так. The. Старайтесь при произношении этого артикля всегда произносить именно так, потому что маленькая деталь, вот этот артикль, поменяет звучание целого вашего предложения, и вы зазвучите значительно более качественно. Второе слово, словосочетание, которое вы используете каждодневно в магазинах, на встречах, абсолютно везде, это, посмотрите, пожалуйста, thank you. Ша. Давайте вместе со мной. Ша. Thank you. Thank you. Thank you. Произнося букву F, мы с вами убираем язычок между зубками и произносим этот звук. Ша. Thank you. Дорогие друзья, я надеюсь, сегодня наше видео было полезно для вас. Ребята, пожалуйста, становитесь частью нашего комьюнити, становитесь нашими друзьями, подписывайтесь на канал, вас ждет много интересной и полезной информации. Я вам желаю удачи. Но перед тем, как закончить это видео, я очень хочу с вами поделиться одной фразой, которая мне очень нравится. Давайте посмотрим ее. You must do the thing. You think you cannot do. Вы должны делать вещь, которую вы думаете, вы не можете сделать. Элеонор Рузвельт. Okay, guys, it was pleasure talking to you. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Будьте частью нашего комьюнити, нашей семьи. До новых встреч!